Деятель нашей партии Советского государства, член Политбюро ЦК ВКПБ, секретовник товарищ Андрей Александрович Жданов. По всей советской земле десятки тысяч трудящихся вышли на улицы советской столицы, собрались на площадь Белорусского вокзала для встречи траурного. На перроне руководители партии и правительства, товарищи Молотов, Берия, Ворошилов, Маленков, Микоян, Каганович, Шверник, Косыгин, Суслов, Попов, Шкирятов. Медленно движется по центральной магистрали столицы, улице Горького, к Дому Союзов. За гробом идут руководители партии и правительства, маршалы, генералы и адмиралы. О безвременной кончине выдающегося борца за мир, прогресс и социализм. Товарища Жданова установлен в колонном зале Дома Союза. Первым почетным карауле руководители партии и правительства. Thank you.
бесконечным потоком идут в Дом Союзов советские люди, неся в своих сердцах великую скорбь и великую любовь. С замечательным большевиком, верным соратником и учеником товарища Сталина пришли проститься рабочие, ученые, писатели и деятели искусств. Все хотят запечатлеть дорогие черты человека, который всю свою жизнь отдал служению. Каждые несколько минут сменяется у гроба почетный караул. Траурную вахту несут представители армии и флота, Союза, герои социалистического труда, общественные деятели. В колонном зале ленинградцы. Они прощаются со своим дорогим другом. Андрея Александровича. Часов 10 минут ночи. В почетном карауле Иосиф Виссарионович Сталин. Наступило утро, и все так же бесконечно советские люди в Дом Союзов, чтобы еще раз принести молчаливую присягу на верность великому. Сыны и дочери нашего народа, о котором с такой любовью и гордостью говорил товарищ. В 5 часов 20 минут вечера в последнем почетном карауле Иосиф Виссарионович Сталин, руководитель партии.
Красная площадь заполнена делегациями трудящихся столицы Ленинграда, Киева, Горького, Калинина и других городов страны. Траурный митинг открывает Георгий Михайлович. Траурный митинг, посвященный памяти члена Политбюро ЦК ВКПБ, ЦК ВКПБ, депутата Верховного Совета СССР, генерал-полковника Андрея Александровича Жданова, объявляю открытым. От Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков и Совета министров Союза Советских Социалистических Республик слово предоставляется товарищу Вячеславу Михайловичу Молотову. Товарищи, с глубокой скорбью советский народ прощается сегодня с Андреем Александровичем Ждановым. Большевистская партия и советские государства понесли тяжелую утрату. Мы лишили большевистскую работу еще в дореволюционные годы среди рабочих города Твери. Мы за ленинско-сталинскую генеральную линию партии товарищ Жданов высоко держит знамя, отстаивая идейные позиции коммунизма. В эти годы Жданова по вопросам литературы сильнейший пропагандист великих идей Ленина, Сталина товарищ Жданов во многом помог правильному усвоению этих идей нашим народом и народами других стран. Жданов не щадил своих сил и здоровья, безраздельно отдаваясь служению партии со всей своей неиссякаемой энергией и энтузиазмом. По своей глубокой принципиальности и непоколебимостью в защите генеральной линии партии, своей беззаветной преданности великому делу Ленина, Сталина, товарищ Жданов заслужил великую любовь и глубокое уважение партии и всего нашего народа. Прощай, наш дорогой друг, наш боевой незабвенный товарищ. Ленина, Сталина, плачевой армии великих пролетарские горе постигло нашу большевистскую партию и весь советский народ. Александрович снискал горячую любовь, безграничное уважение всех трудятной борьбой за великое дело Ленина, Сталина, антисоветского народа. Для нас, ленинградцев, эта утрата от вооруженными силами. Светлый образ Андрея Александровича Жданова навсегда за советских воинов
и будет для нас примером беззаветного служения армии, а затем партийную и советскую работу на Урале и Сибири. На протяжении из любимейших сынов советского народа, верного... Здесь, под седыми стенами Кремля, будет покоиться прах Андрея Александровича Жданова. Реальным маршем проходят части московского гарнизона, слушатели военных академий и военных училищ, отдавая последнюю воинскую почесть неутомимому борцу за укрепление могущества социалистической родины, верному ученику и соратнику великого Сталина. Народа светлый образ Андрея Александровича Жданова вдохновляет трудящихся на новые подвиги в борьбе за победу коммунизма.